Ну, долго будешь ставить? Иди уже живи. У нас первую рюмку всегда оператор выпивает. Я иду, 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 собаки лают на пруду. Какого фига лаете? Вы ж меня не знаете. Это же нормально, приехать в Абхазию в жару и простыть. Товарищи блогеры-блогеры, мы начинаем свой третий выпуск из Абхазии. Здесь оп, звезда. Значит, смотрите, мы на 8-м этаже живем, здесь сосны вековые. Там чистое море. Это потрясающе, это Пицунда. Чего? Я не... А, Вайдора продолжает с депрессией, он вспоминает, что у него было в телефоне, ему все хуже и хуже. Вот так гостей так вот пригласить. То есть разложить на тарелке камушки, разложить вот так вот лимончик, лайм. Ты ерунду какую-то говоришь. А вот я хочу сказать, что ни в одной гостинице мира вы не встретите деталь, которая здесь есть. Какую? Это прищепки! Смотрите, что здесь есть. Советские. Да. Даже есть деревянная. Она осталась явно со сталинских времен. Лежаки бесплатные. Утром забираем. И несем куда хотим. Можно вдвоем. Легче будет. Пицунское моречко. Можно еще разок? Еще один минут. Можно. Это же нормально, приехать в Абхазию в жару и простыть. Обязательно, независимо, где здесь даже будет приходиться поднимать это третий раз, четвертый раз, пятый раз, всегда мы обращаемся первым тостом к Господу. Пусть Всевышний всегда за нами всеми присматривает. Всегда взор Божий пусть будет со всеми нами. Давайте. Так вот. Дай Господь. У нас первую рюмку всегда оператор выпивает. Ну, давайте. Хватит. Бай-бай, соплай, парабом и сгвацай то. Что, Руслан? Че не хотел сказать? Хотел сказать, что так мало времени нам у нас, чтобы вот просто посмотреть на красоту на эту. Да, вот здесь прям реально греческий пейзаж. Очень круто. Красота! Мы едем в пещеру, Балахонская пещера, в которой 9 залов, если я не ошибаюсь. И в этой пещере проводят концерты. Да, какие-то дни прям концерты проводят, оперы, все там, оркестры, все дела. Ты такая умная, потому что здесь была, что ли? Да! Это одно из деревьев названия Новоафон. Мы сейчас в Новоафонской пещере находимся. Одно время находится Абхазского царства. Восьмой, да, десятый век. Вот но залы когда... покрыты обрушенными, непонятно, когда-то глыбами, глинистыми отложениями. На потолке здесь, видите, хорошо выражены углубления, овальные формы. Вот такие углубления называют органными трубами. В основном глаз, поверхность они заканчивают щелями, отверстиями. Через них пещера дышит. Даже на породы над нами пределов до 200 метров. Все услышал, что о тебе думает режиссер. Красоту пещеры дополняют и подземные озера. Два из них находятся в этом зале. Одну часть можно рассмотреть, подойдя к левой части смотровой площадки, можно подняться вверх по дорожке. Людмила Яковлевна. И как это? Озеро на водоотводные штольни. Короткие пальцы. Там вы сможете... Взял себя в руки, собрал все улики, любимый твой заварил с листом базилика. Так, что вы зеваете, не понимаю, господа? Устали мы, уже вот, уже не в кайф уже все. Доел уже все. Домой хочу.
Водитель. Вагон призрак просто. Страшно. Вы останетесь здесь. Где хунов? А чё это? А? Я иду, 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 собаки лают на пруду. Какого фига лаете? Вы ж меня не знаете. Едет, едет паровоз, пока качается. А Руслан, к сожалению, энергия не качается. Бывали мы в Испании, немножко во Франции, чуть-чуть мы были в Штатах. Шариту нигде не нравится. Опа! Опа! Америка, Европа, Азия, Евразия. Что за безобразие? Видел я вчера твои глаза, шар воздушный, глобус в небеса. Летный роман, не выбрасывай, мама, мой чемодан. Посижу я немного, снова пойду, и да что-то ищу, никак не найду. Еду я. Смотрите, Альмир нашла подругу. Извините, пожалуйста, я вас предупреждаю, не трогайте руками. Природное образование, великое искусство природы. Что это было? Что? Вот что необычного, какой можно сувенир привезти из Абхазии? Который только в Абхазии. Необычную? Вот который только в Абхазии может. Только в Абхазии, чтобы было. Вот. Вы что хотели? Вот это кому? Я думаю, что это Илье, это Вове. Одну бутылочку Сухумского. Передаем привет влогу Тужур. Влог двух журналистов. Ребят, везем вам из Абхазии вот такие подарки. Подписывайтесь все на канал наших друзей, на учеников Рустема Раиловича. И не только. И не только. Идите из Абхазии. Чуваки, привет. Вау. Видите, здесь... А что внизу это? Ну, это опора, на что опирается, да. Так, как же? Это прям на это. Это на слонов. На кабанов, да, глаз. А я думаю, что это на негодных операторов. На негодных ведущих у нас есть более серьезные. Так, ребята, все спорта. Негодных ведущих, смотрите. Это куда? Слабон режиссеров. Это куда для негодных ведущих? Вот так. А их интересно, можно в Россию-то везти? С документами идет она. Серьезно? Даже не маленькие, те, кто приедут сюда и скажут это кодовое слово. Весь мир большой чемодан. Мы гарантированно сделаем им подарки. Это будет, может быть, если понравится, то литра полтора вина, может быть, какие-нибудь сувенирчики. Хай едут. Вот это. Вот слово я сказал, да? Хай.